камеры протручу сейчас. Блин, ну овчины, конечно, не очень вытираются, но это получше. Привет, ребят, привет. Я тут выбралась в магазин продуктовый, гипермаркет. Вот, так что сегодня вкусненько очень приготовлю. Тут холодильник открываешь пустой. Одни только мои лоточки, но которые только я ем. Так, что еще? А, про телефоны опять директ спрашивали. Девчонки, вот берите там телефоны в этой компании D-Life. D-Life очень крутые ребята, правда. И ты телефон заказываешь, вот, забираешь потом там в ресторе, то есть, ну, официалов, просто, чтобы вы понимали. Вот, так что не переживайте. Женя знал пол ребенка при беременности. Ну, я так поняла, да, потому что он узнал и от меня скрывал. Ну, не втерпёшь было знать. Так, уже спать пора ложиться. Ну, куда пол восьмого? Кто-то спать ложится в 9, ну, не из таких. Мы не малыши. Сколько ваша дочь прибавила в 3 месяца? 3 месяца мы прибавили 700 с копейкой. Сейчас ровно 500. Все равно будут спрашивать миллион просто про телефон. Да, вот сколько вот, не делай добра, знаете, вот потом еще и проблем куча будет. Вот этих вопросов опять. Потом мне директ весь завален. Где-то что-то по существу найти потом в этом директе то, что мне нужно, я не найду. Потому что, а что с телефонами? А это, а то. Вот. За что было в пакете в сторис? А, короче, я не знаю, что это за сиси какие-то там. Что-то там дальше написано. Я не поняла, но какие-то трубочки, вот посмотрите, я выложила их, попробовала 2 штуки. Такая химоза редкостная, но я так поняла, там по консистенции как будто вот какой-то порошок утрамбован, да, в эти трубочки. И ты его когда высасываешь, он какой-то прохладненький, сразу становится тепленький и разлагается во рту. И вот вкус такого манго. Вот. Жень тоже прям, да, я знаю. Противозина. Это что такое? Таблетки у вас какие-то противозина или что это? Переворачивается живот. Конечно. Ты как Женя стала разговаривать. Нет, это как это Женя, как я начала разговаривать. Привет из Канска. Привет. Вот, так что я сейчас маму жду, и мы рванем с мамой в магазин. Потому что хорошо, можно музыку врубить. Но иногда, наоборот, в машину садишься, прям тишину слушаешь. У дочки не лезут? Не. Что еще вам рассказать? А, смотрите, у меня последний пост. Я там 1000 рублей разыграю. Просто так вот с куста, да? Отгадайте рост нашей дочки. 1000 на карту, на конфетки. Приятно? Приятно. Мам, слышно? Что купишь? Ой, куплю много чего. У меня, да, и макароны сделали. Крупы. У меня вообще все закончилось. Вот, что-нибудь сладенькое купить надо, тоже все закончилось. Воды купить. Много чего. Кайфуйте от сыра, спасибо. А, еще и ту курму хочу купить, овощи, фрукты. Вот мы стали в последнее время покупать продукты вот в Глобусе, в Азбуке. Ну, там зачастую берем, но не все в Азбуке беру. Мне вообще не нравится, вот у нас в Азбуке какие отвратительные делают, точнее, привозят фрукты, овощи еще ничего, но фрукт это просто кошмар. Вот хурма позорная, просто позорная. Цену я не помню там, вот, но такую хурму, знаете, за 50 рублей не возьму. Вот, летом поедете с ребенком на море. Да вот, сейчас вот у мамы закончился загран, она подала, вот должен быть через месяц ровно готов. Женька сейчас, вот как подадут все, как получит паспорт на руки, так сразу полетим. А то у всех позаканчивалось, никто не суетился. Тут поняли, что надо подсуетиться, потому что у меня день рождения. И вот, может быть, на день рождения в марте куда-нибудь полетим, скорее всего, в Турцию. Ну, посмотрим еще. Вот. Какие фрукты больше любишь? Ну, сейчас мне очень нравится хурма-банан. Вот. Бывает так, что вот прям наседаю на яблоки, но это очень редко бывает. Вот в беременности, кстати, на яблоки наседала. Так, что еще? Нет, девчонки, вы не в прямом эфире пишите, сколько сантиметров дождь, а в посте. То есть я постом написала вот под постом.
Вот. Уже не стали разговаривать одинаково. Муж и жена. Ну, это понятно, да. Вот. Мама, привет. Привет. Чего, маму мою показать? Красавицу. Сейчас покажу. Вот она. Проныра. Как дела? Хорошо. Что делала? Работала. Устала? Нет. Вчера когда ехала на такси? Потом расскажу. Короче, козлы. Мам, давай расскажем ребятам, как козлы такси сдирают деньги с нас, обычных людей. Что они делают? Они ставят счетчик, что они приехали, а сами еще места не могут найти, точку локации, по которой их вызвали. Представляете? И вот с мамой вчера мои содрали сколько денег? На 150 рублей 100? Больше. На 150 рублей сказала, больше. Собачку заплати, я за кошечку сколько. Ага. А собачка была, причем мама под мышкой. То есть, ну, ее вообще даже не видно было. Она никакой бы ущерба никогда не принесла. Вот. За собачку, например, там платить, когда у тебя собачка, ну, собачка, да? Место занимает. Да, место занимает. Когда просто у тебя под мышкой не видно и не слышно. Ну да, в удавленке. Вот. И даже если она написает, она написает на маму, то такого не бывает. Да. Вот. И просто, вот он стоял, укрутился, типа он искал, я не знаю, чем он там занимался. Нет, он сказал, что он стоял, ждал. А он сказал, что ждал. А мы 500 раз звонили Жене и говорили, что мама там стоит, он найти не мог. И мама его стояла, его на месте локации, вот на месте точки, где его ждали, его не было. И он еще сдирает сверху деньги, представляете? Понятно, он там на 159 рублей не обеднеет, не обогатеет. Но сам факт, что вот так вот такси промышляют. И особенно так любят делать Яндекс.Такси. Прям вообще неприятно. Мам, сказали, что у тебя скула ужасно накачанная. У меня скула не накачанная, ребят. Вот, девчонки, просто вот кто не знает, у меня мама подкалывает лицо, но она убирает там какие-то морщинки, да. Ну не скулы, я ничего не но делаю. Но скулы, вот это вот нос, это все мамина. То есть вот этим мы не занимаемся. Вот, какие-то омолаживающие процедуры мама проводит, да. Но сделать скулы, там, я не знаю, подбородок, я не знаю, что там, носы делают, мы таким не занимаемся. Вот. Поэтому имейте в виду, какие таксисты бывают наглые. Вот. Еще и за собачку заплатили. Ну, мама мне ж такая молодец, скажет, что это за кошечку не надо. Вот. Губы мамы свои губы. Вот. У меня тоже свои губы. Эндексы все алкаши наркоманы. Согласна. Намыла. Вот. Мамулька молодая. Да, спасибо. Надо было с таксистом оператору позвонить, пожалуйста. Ой, да пока позвонишь, пожалуешься, еще и дождь идет. Вот, уже домой хочется быстрее. Тут уже, знаете, ну, не до выяснения. Просто вот такие вот козлы вот так делают. А как сдачу забрать свою, там, какую-нибудь там 50 рублей, да? До 5 рублей, 6 до 5 рублей, да? Будут ждать до последнего. Саш, боишься лечить зубы? Нет. Ну вот мне вырвали 2 зуба мудрости, вот еще и осталось вырвать. Вот, неприятно, просто не хочется идти, вот это все оттягивать. Неприятные процедуры, но благо, что под анестезией ты это не чувствуешь, все это нормально проходит, через 3-4 часа уже начинаешь, ну, чувствовать как не боль, а неприятные ощущения. Вот. Обезболивающее сразу бахнул, нурофен детский, вообще прекрасно. Вот. Этим и пользуются, что никто не жалуется. Нет, я всегда на такси жалуюсь, всегда оценку поставлю. Я, правда, очень редко на такси езжу. И стараюсь вообще не ездить, стараюсь за рулем постоянно. А вот я сегодня специально позвоню, пожалуйста. А вот сегодня позвони, специально да. Пожалуйся. Да. Правильно, девочки. Да, но мы ему оценку поставили 1, мам, не да? Переживай. А, да. Спасибо. А еще указали, что этот водитель кружил, не мог найти. Вот, причина. Мне, если честно, страшновато ездить, доверять свою жизнь. Вот честно. Мама молодая. Да, спасибо. Так, в Яндексе можно ставить жалобу, этого таксиста сразу блокируют, и он уже не может работать в Яндексе. О, так. Делайф и все, твои друзья. Да, да. Поэтому заказывать у них технику, телефон, ничего, вам надо прям вообще не бояться. Так, спасибо за сегодняшнюю рекламу, условия супер. Спасибо, ребят, всегда рада вам подсказать, помочь, потому что, ну, телефоны, технику, вот это все. Если есть где-то возможность по скидкам брать, то нужно брать, тем более проверенных людей. О, сверкает там. Так. С Яндекс Марией Погребняк были проблемы. Я поняла, эту девочку мне сегодня тоже подруга с Киева звонит, говорит, представляешь, тоже вот, ну, за ситуацию с мамой рассказала. Она говорит, вот тоже у девчонки такая ситуация была. Вот про Марию Погребняк рассказала. Еще и пакеты выставили на улицу. Вот. Среди друзей есть китайцы? Нет, были корейцы. Ну, знакомые, друзей так вот прям нет. Вот. Вы с мамой супер, спасибо, обе прелесть.
А почему ты врешь, что губы не твои? Вру, потому что они у меня от деда достались. Конечно, вру. Да, какие препараты пила во время планирования беременности? Девчонки, у меня все просто. Витамин D3 в каплях и этот рыбий жир в капсулах. И магний B6 еще. Нет, магний B6 я уже когда забеременела, начала сразу пить. Хотите второго? Да, хотим. Так, в общем, все, мы поехали. Сторис я вам покажу. Слушайте, может быть, сделать то, что мы купим в тележке, покажем, да? И... Чего помогу туалетную, кстати. И потом покажу чек, что нам на сколько вышло. Просто вот интересно, какой вот у вас в среднем выходит чек. И сделаем опрос такой вот. Если вот сходить в супермаркет, да, или там на рынок, и купить там продукты таким вот запасом, там, грубо говоря, на недельку, да? Вот, кстати, девчонки, сейчас с детьми не ходим в торговый центр. Вчера были у педиатра. Важная информация сейчас, вот слушайте. Врач сказал, ни в коем случае с маленькими детьми сейчас не ходите по торговым центрам, общественным местам. Сейчас очень ходит тяжелый грипп, прям очень тяжелый. Тем более у меня вот у подруги тоже дети недавно с подозрением пневмонии болели, поэтому и пневмония сейчас ходит, кстати, очень жесткая. Поэтому вообще не гуляйте с детьми сейчас по таким местам. Прям вот посидите дома. Так, привет из Казахстана, привет, казахи. Опять бы про детей своих вонючих. Кто это такая? Господи. Упаси Господь вот от таких вот людей. Так, побереги малышку вашу. Вот и вы тоже берегите малышек своих. Все, я вас люблю. Сторис, буду с вами общаться сегодня. Все, люблю. Побежала.